Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! И прямо сейчас специальное предложение только сегодняшнего дня. Вы давно хотели восстановить суставы, и сегодня мы сможем это сделать с помощью нафталанского бальзама. Сегодня вы получаете сразу две банки по одной цене, 999 рублей, но это еще не все. Только сегодня, только в нашей рубрике «Красота» у вас есть бесплатная доставка от суммы заказа 3990 рублей и фиксированная доставка 199 рублей от заказа 1000 рублей. Вообще, за прошлые показы всегда продавалось очень много, более 10 тысяч комплектов у нас разлеталось в считанные секунды, поэтому прямо сейчас цена максимально снижена для вашего здоровья. Вообще, вы знаете, Сергей, моя сестра-москвичка, которая живет в Москве, она пользуется нафталанским бальзамом. У нее болели очень сильно суставы, она не могла ходить. Но мои родные из Забайкальского края, они впервые слышат о таком чудодейственном средстве. Вот в этом и беда, в этом моя боль на самом деле, как врача, потому что приходят многие ко мне пациенты, уже пропили огромное количество лекарств, уже я заработали, уже и уколы сустава сделали, но почему-то не знают, что существует нафталанская нефть по 750 лет, которая удивительным образом восстанавливает разрушенные суставы. Впервые в 1243 году Марко Поло, известный путешественник и первооткрыватель, рассказал, как действует нафталанская нефть. Вы только представьте, времена Чингисхана, и люди уже использовали нафталанскую нефть для чего? Для восстановления опорно-двигательного аппарата. Сейчас нафталан – это единственное месторождение в мире лечебной нефти. Это всемирно известный курорт, и люди стоят в очереди, месяцами. Для чего? Для того, чтобы попасть туда. И вот посмотрите, видите, музей костылей. Вот это единственный в мире музей костылей, который существует в Нафталане. Вот люди, да, приезжающие туда, в Нафталан, принимают ванны. Через 21 день свои палочки костыли сдают музей. Но ведь сегодня-то нам не нужно ехать на этот курорт и платить огромные деньги. Сегодня ваш санаторий приезжает к вам домой абсолютно еще и с бесплатной доставкой от суммы заказа 3990 рублей. Две банки, это целый курс, в каждой банке по 110 грамм. Успевайте дозвониться, у нас ограниченная партия специально для вас. Я хочу спросить, Сергей, какие именно болезни сегодня мы можем применять и расстаться с ними? Во-первых, конечно, болезни опорно-двигательного аппарата, артрозы, артрит, остеохондроз, ревматоидный артрит. Это все замечательно поддается восстановлению с помощью нафталана. Так, а и самое главное, это очень просто сделать у себя дома. Вот, друзья мои, обратите внимание, как за 7 дней, за неделю избавиться от боли в суставах. Так. Вы берете небольшое количество вот этого самого нафталанского бальзама, где находится та самая уникальная древнейшая нафталанская нефть. Тонким слоем наносите на ваш больной сустав на ночь перед сном. И вот посмотрите, мы сделали небольшой массаж сейчас, Нины. После этого, чтобы надо? Вот эти полезные вещества проникли как можно глубже внутрь наших тканей, дошли до суставов, до хряща, мы берем пленку и после этого заматываем просто обычным таким шарфом, каким-нибудь там платком шерстяным. А предварительно желательно подогреть его на батарейке. То есть и просто вот это тепло сохранить. То есть посмотрите, как просто. Не нужно ехать в Азербайджан, в город Нафталан, и платить огромные деньги. Санаторий приезжает к вам домой, да еще и с бесплатной доставкой от суммы заказа 3990 рублей. Посмотрите, за 999 рублей по спеццене сегодняшнего дня вы приобретаете новую жизнь. Вы прощаетесь с болями, ну и, конечно, дарите себе здоровье, потому что сегодня мы с снизили цену специально для вас. Крем-бальзам нафталанский. Вы получаете целый курс, две штуки в комплекте со скидкой 1000 рублей. Вот давайте сравним просто цены. Поездка в санаторий Нафталана от 5000 рублей в день. Это один день, но конечно, туда надо долететь на самолете. Вот надо именно стоять 3-4 месяца в очереди, друзья мои. Но при этом, вот либо вы тратите 21 день на 5000, умножьте, это будет больше 100 тысяч вот рублей, меня плюс еще перелет. Это прекрасно. И вот либо 120-150 тысяч, либо такой же абсолютный результат дома за одну конечно неделю. Конечно, да, тем более себе за 999 рублей. Сколько стоит сегодня ваше здоровье? Сколько стоит ваша красота и ваша улыбка? Подарите ее себе и позаботьтесь о ваших близких. У меня есть вопросы к Сергею. Я хочу их задать. Сергей, смотрите, если раздражительная кожа, допустим. Абсолютно. Здесь нет никакого раздражающего эффекта. Здесь нет никакого эффекта какого-то разогрева. Поэтому рекомендуем на ночь. Если у вас вы не можете крутить, выкручивать суставы, а с утра вы не можете
встать, вам надо расходиться 7 дней. Только представьте, неделя вот таких обертываний, и вы встаете без боли. Слушайте, а вот если я буду мазать целую неделю, мне не поможет? Может такое случиться? Не может, не бывает. Если вы будете мазать, обязательно поможет. У меня была такая пациентка, ей 84 года. Она лечила себе суставы, позвоночник, но она упала, представляете? Упала, и был большой синяк в области бедра. И она все вот это бедро смазала себе нафталаном. И через 2 месяца пошла к врачу, и ей делали рентген суставов. Совсем по другому поводу. Ей врач говорит: почему вы мне не говорите, что у вас был перелом шейки бедра? Ого! Она говорит: как? Какой перелом шейки бедра? Да вы что? Да вот я вижу зарощенная трещина. То есть 84 года, 84. За 2 месяца она зарастила себе перелом шейки бедра с помощью нафталана. Вы можете себе представить? Это прекрасно! Конечно. Сегодня мы можем найти вот лечение. Вот такое чудодейство, и не нужно никаких таблеток. А вот скажите, пожалуйста, что такое вообще артроз и чем он опасен? Если его не лечить, что будет у нас? Друзья мои, артроз – это когда происходит разрушение ваших суставных поверхностей. Хрящи начинают тереться друг об друга, возникает страшная боль, страшное повреждение. Хрящ высыхает, растрескивается. И вот ночью вы не можете заснуть, а днем, утром встаете, и у вас вот это, друзья мои, все происходит. Что? Скованность. Вам надо полдня расходиться. А как действует, получается, наш бальзам нафталан? Вот эти самые нафталанские вот эти липиды, которые если сродни с нашей кожей. Из-за этого нафталанскую нефть, например, нельзя использовать для получения керосина, бензина. Так. Вот эти липиды проникают очень глубоко в самые глубокие слои кожи и регенерируют, либо по русским языком восстанавливают поврежденные поверхности. Именно из-за этого у вас проходит боли, отек, воспаление. А еще раз повторяю, друзья мои, за 7 дней. Многие пациенты у меня спрашивают: доктор, неужели суставы, которые у меня вот много-много болели, они восстановятся полностью? Я не буду вас обманывать, они не восстановятся. Невозможно восстановить то, что 10 лет разрушалось. Но, друзья мои, если вы через неделю заснете без боли, это самое первый главное. Раз за много лет, вот вы скажете большое спасибо мне и уникальному талану, который 850 лет, только вдумайтесь, стоит на страже вашего здоровья. Вот вы хотите гулять с внуками, хотите заниматься скандинавской ходьбой, хотите ходить в бассейн, но болезни, боли не позволяют вам этого сделать, успейте дозвониться. Спецпредложение только сегодняшнего дня. Звоните, получайте сразу 2 банки потрясающего крема-бальзама нафталанского за 999 рублей.